Как известно, после распада Советского Союза и образования на месте союзных республик независимых государств за границей Российской Федерации остались многие миллионы русских людей. К сожалению, отношение к ним в новообразованных государствах не всегда было благожелательным. Так или иначе, эти люди стали переезжать на свою историческую родину, в Россию. В условиях демографического спада для нашей страны они стали очень важным фактором для того, чтобы избежать резкого падения численности населения. Государство заинтересовано в поддержке переселенцев, чтобы у них было свое жилье. В Славянский район приехало немало переселенцев. В их числе была семья Марины Руденко, которая прибыла сюда из Казахстана в 2000 году в связи с тяжелой жизненной ситуацией. Если сказать проще, то не стало работы и полностью пропали перспективы на будущее как для взрослых, так и для детей. За годы жизни на кубанской земле дочери стали взрослыми, у них появились уже свои дети, 3 девочки и мальчик, но жили все в арендуемом жилье, что весьма накладно. Надо ли говорить, что для них самым радостным событием стало получение государственного жилищного сертификата на приобретение жилого помещения на территории Краснодарского края. Его вручил семье глава Славянского района Роман Синеговский. Я знаю, что вы долго этого ждете момента, да, уже практически 15 лет переселенцы из Казахстана. Но приятно, что наше государство думает о людях, пусть долго, но все-таки этот радостный момент, он сегодня у нас, значит, происходит. Поэтому я вас поздравляю и хочу вручить вот сертификат. С праздником! Спасибо. Всего самого доброго. Это вам. Спасибо большое. Это вам. Ну а деткам память. Затем Роман Синеговский рассказал собравшимся о том, что в городе и районе делается для благоустройства, поддержки семей и подрастающего поколения. Семья Руденко очень благодарна за помощь и поддержку администрации Краснодарского края, главе Славянского района и специалистам управления жизнеобеспечения, транспорта и связи администрации района. Я получил в Краснодарском крае, в Министерстве труда и социального развития, также в Министерстве топливно-энергетического комплекса, жилищный сертификат для этой семьи. И вот сегодня торжественно его вручили. Трудно переоценить, какое добро сделали этой семье власти всех уровней. Марина Руденко с трудом сдерживает нахлынувшие эмоции. Поистине долгожданное событие наконец свершилось. Сегодня у нас радостное событие такое в семье, семейный праздник. Вот такой шанс выпадает не каждому. И раз, может быть, в жизни. Мы очень рады, я волнуюсь, конечно. Дети сегодня с утра радовались, кричали: «Бабушка, теперь у нас будет своя комната отдельная». Наконец-то у нас появится свой дом, у меня своя комната появится. Я очень-то долго ждала. Очень рада. Прям ура! За свою красоту и обустроенность наш город давно уже успел полюбиться этой семье. И она не случайно именно со Славянском связывает свое будущее. Андрей Вишневский, Александр Косицын. Программа «События».